22 марта 2013 года компания LG представила новую серию 3D-телевизоров Cinema 3D Smart TV, включая модель с Ultra HD разрешением и диагональю 84 дюйма, тончайшую OLED-панель и линейку аудио-видеотехники. На площади этого монстра поместилось бы 4 телевизора с диагональю 42 дюйма, и разрешение у него соответствующее – 3840 на 2160 пикселей. Смотреть 3D на такой панели – одно удовольствие, да и звук не подкачал. Здесь два динамика по 10 Вт и два сабвуфера по 15 Вт. И единственный минус такой концепции – это, пожалуй, все-таки цена. Ключевая характеристика этого телевизора – его толщина. Она составляет всего 4 мм. Добиться этого удалось благодаря использованию технологии органических светодиодов OLED. Да и вес у него тоже небольшой, всего 10 кг, что для телевизора с 55-дюймовой диагональю совсем немного. Кроме того, стоит обратить внимание на контрастность. Черный цвет здесь по-настоящему черный. А что касается цены, пока ее точно никто не может озвучить, но совершенно точно она будет ниже, чем у предыдущей модели. Сегодня LG Electronics представила новую линейку LG Smart TV. Среди наших новых технологий, которые мы сегодня представили, есть технология Tegon, основанная на NFC. Теперь, если вы пользователь смартфона с Андроидом, вы можете просто поднести ваш телефон к специальной метке, которая идет в комплекте с телевизором, и эта метка активирует все необходимые функции в вашем телефоне. Не нужно ничего настраивать, все, что вы дальше можете сделать, вы можете посмотреть на телевизоре ваши фото, видео, музыку можете послушать, можете посмотреть, в принципе, отобразить меню вашего телефона на телевизоре. И революционная, действительно, очень интересная функция, которая позволяет сделать наоборот. Вы можете теперь посмотреть прямой эфир того телеканала, который вы смотрите сейчас на телевизоре. Вы можете теперь его посмотреть, в том числе и на своем смартфоне, взять его с собой в другую комнату, походить по квартире и посмотреть тот эфир, который идет на вашем основном телевизоре. Теперь вы это можете сделать на смартфоне. Основной отличительной особенностью LG Smart TV является очень простое и легкое управление с помощью обновленного пульта Magic Remote. Этот пульт работает с любым телевизором LG Smart TV новой линейки и позволяет управлять функциями телевизора с помощью простых движений. Вы можете его использовать просто как указку, перемещаясь по меню телевизора. Вы можете нажать клавишу голосового набора текста и сказать то, что хотите найти в телевизоре, и он автоматически найдет этот контент. Этот же пульт можно использовать и для управления другими устройствами, которые подключены к вашему телевизору. Будь то Blu-ray, DVD-плеер, приставка вашего кабельного телевидения. Этот пульт теперь становится не просто Magic-пультом, а универсальным пультом управления всех устройств, подключенных к одному и тому же телевизору.